Доброго времени суток, вы на канале Let's Hard Game, с вами Бабкин. Сегодня мы будем проходить лестницу за Китану. Китана. Возьмем костюмчик с третьего МК. Так, опять Фредди меня встречает. Интересно будет. Да хрена тебе. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ой-ой-ой, как я спалил. Ой-ой-ой. Да, сейчас. Хотя Фредди тоже быстро машет руками, но ему это не помогло. О, вот тут крутой запит. Так, по-моему, вперед, вниз, вниз два, да? Если я не ошибаюсь, да. Китана wins. Клево. Так, Соня, 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 Соня. Сейчас будем летать по всей карте. Что она, что я. Так, засранка. Вот так вот. Так, 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 так. Sony wins. Round two. Fight! Так, дай мне комбо хоть что-то. Отлично. Раунд 3. Файт! Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну, собственно, у меня сейчас будет экстрей, так что... Я думаю... Все будет нормально. Такие девчачьи бои. Ой-ой-ой, там же ж подножка по-любому была. Finish her.
Kitana wins. Fatality. А, блин. Потом Скарлетт. Ну, Джонни меня не смущает, а вот Скарлетт. Там нужно будет, наверное, попотеть. Ой-ой-ой, сбил. Ой-ой-ой. Прям до матки достал. Ну-ну-ну-ну, давай. Девочка. Да иди ты. Докричись. Так, давайте что-то там сделаем. Вон чем-то. Вперед, вниз, вперед, назад. Что-то такое, я уже не помню. Вперед, вниз, вперед, назад два. Вперед, вниз, вперед. Ну, он, можно туда ему Оскар в голову засунуть, как он это делает. Так и ему можно сделать. Жаль, у нас Оскара нет. Так. Ну, я не знаю даже. Будет тяжело немножко. Потому что она немножко шустрее Китаны. Ты посмотри. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Надо было X-Ray не делать. Раунд 2. Файт! Так, ну идем очень быстро вроде. Вообще мощь. Да сейчас. Ай, сбила. Так, и давайте еще одну сделаю. Вниз, вниз. Назад, вперед, 4. Ну, прошлое, как по мне, лучше. Китана wins. Fatality.
Round one. Fight! Ай, плохой. Блин, сбивает мне два раза энергию. Блин, забыл, что лучше не подходить к нему. Ай-яй-яй, как я так... Добил. Промазал. Так, сейчас словим Кун Лао на телепортах. Я думаю, все нормально будет. Блин. Глупо, но бывает такое, что лучше сделать глупо. Почему? Потому что иногда просто компьютер может не ожидать, что я сделаю, и как раз в этот момент... Ушел. Тут я его вообще в какашку порвал. Красопета. Так, шестерка, страйкер. Раунд 1. Файт! Вот. Мне сейчас напоминает, вот за Китану играю, как будто в какой-то слэшер играю. Вообще убийца, реально убийца. Ага, сейчас. Почти в сухую, опять же. Китана wins. Сектор к сектор, не знаю. На барабане сектор приз. You will learn respect. Round one. Fight.
Все равно сделал первый удар. Так, попробую подловить его сейчас на телепорте. Нет, не получается блок поставить. Ну, видите, что делает. Давай. Ну что? Не получается-то. Китана win. Round 3. Fight. Ой-ой-ой, так и знал, так и знал. Отлично, отлично. Нет времени объяснять, давайте Шансунга. А вот сейчас... Ну и зря. Старый пень, пошел вон. Вообще слабак, получай. Китана. Пяткой в нас. Давайте, кто там Гору? Кстати, давно не было Гору. Посмотрим, посмотрим. Так, что он тут может? Ага, я так и думал. Будет стрелять, да? Дайте мне подняться. Что-то он чересчур. Так. Как я мог промазать? Как я промазал? Так, ладно. Блин, да хватит стрелять уже.
мне бы как-то ему вплотную подойти, раздать пару раз. Сейчас попробуем вплотную. Посмотрим, что из этого выйдет. Да что тебя перекосило-то? Так. Вот говнюк. Получай в лоб. Так, ну и Шаукан. Вот с ним, в принципе, я вот играю, ну, чуть больше 20 минут. Очень быстрая лестница пошла. Не знаю, как с Шауканом сейчас справлюсь. Посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, давай, давай. Батя, да, иди отдыхай. Близко, близко нельзя подходить к нему. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, надо технику найти, и все будет ок. Я маленький лучик света, не обижай меня. Как же его так? Нет, сильно. Сильно. Привет. Ай-яй-яй-яй-яй. Не поймаешь, не поймаешь. Поймал. Я понял. Он почти говорит, теперь умирай. Если так... Быстро. Мельком прослушать, что он говорит.
Кто-то кажется, как будто на русском говорит. Round one. Fight. Блин, что это было? Что? Как это? Я не понял. Меня молот не задел? Срочно улетать, срочно. Я там прогадал, там не нужно было блок нажимать. Просто присесть. Короче, Шаокан, ты слился. Получай. Я тебя накормлю ими. Блин, не сделался скилл, я не улетел. Ай-яй-яй. Не в ту сторону прыгнул. Собственно, видите как. А, нашел. Че, он меня разорвет? Да. Нормально. Дочка, я тебя люблю. Так. Собственно, видите, она так присаживается, что молот не задевает. Так, ну что, будем стрелять? Анимация обманула меня просто. А, это бред, это полнейший бред. Сейчас все будет. Так, я спал.
Зря я энергию использовал. Там она не может присесть, когда делает, она долго делает. Так, ну, собственно, неплохо, да? Я ему выбиваю ХП. Сейчас все будет. Так. Ой-ой-ой. Получай. Такой, you suck. Получай сразу, да, и в затылок, и в глаза. Ну давай. Посмейся. Round two. Fight. Да он упоротый реально. Батя, иди спать, ты пьян. Ай-яй-яй. Так, ну. Затяну, не затяну. Давай. Опасно. Есть! Ну чё, получай по печени, по шее. Всё. Умер. Так, ну собственно смотрим, читаем концовочку. За предательство Китана покончила с Шаоканом. Вскоре она узнала всю правду о Мелине. Но вместо того, чтобы ее убить, она пожалела свою полусестру. Она дала Мелине дом среди Эдинийской... В общем, там не прочитал. Мелина с осторожностью приняла приглашение своей сестры. Заручившись помощью Милены и Джейд, Китана организовала более боевое подразделение. Милена, Джейд и Китана соединились и вообще, короче, убер стали. Всем давали по щам. Так, ну, хочу сказать, очень быстрое. Лестница получилась. Китана вообще себя показала с лучшей стороны. Я даже не думал, что она настолько будет эпично убивать. Так, ну, собственно, на этом все.
Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылочку вы увидите в описании, пишите свои комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх. Всем хорошего, до новых встреч, пока-пока.